Как добиться перерасчета оплаты коммунальных услуг? Семинар на актуальную тему провели в школе собственника. Право на перерасчет имеют жители, у которых более 8 часов отсутствовало отопление, электроэнергия, горячее или холодное водоснабжение. Если в такой ситуации оказался весь дом, перерасчет делается автоматически. В остальных случаях нужно лично обратиться в свою управляющую компанию. Начальники домоуправления должны составить акт о том, что этим актом подтвердить отсутствие данной услуги. Эти акты сдаются в бухгалтерию, в квартирную группу, и на основании этих документов бухгалтера квартирной группы производят перерасчеты. Также перерасчетом может воспользоваться и тот собственник, который отсутствовал в своей квартире более 5 дней. Для этого необходимо написать заявление в управляющую компанию и предоставить подтверждающие отсутствие документы. Но даже этого не придется делать, если в квартире установлены индивидуальные приборы учета. В этом случае перерасчет тоже должен произойти автоматически.